Не успели наши первокурсники привыкнуть к статусу студентов, как они уже выступили перед своими товарищами на дебюте первокурсника. Блеснуть талантами со сцены новоиспеченным учащимся вуза удалось на достойном уровне. Кстати, здесь же был развернут фотоконкурс. Лучшие снимки, сделанные студентами, предстояло выбрать членам жюри. Открыл дебют первокурсников впечатляющий номер студентов Вити Неомифи. Конкурс среди первокурсников в этом году посвятили Олимпийским играм в Сочи, а в качестве первого творческого номера жюри презентовали групповое выступление. Ты летящий вдаль, ты летящий вдаль. Участники дебюта первокурсника свои номера готовили по трем направлениям – вокал, хореография и оригинальный жанр. Членам жюри, надо сказать, выбрать победителя было непросто, ведь в каждое выступление студенты вложили душу. Несмотря на соперничество, участники конкурса всячески поддерживали друг друга. А это, в свою очередь, доказало, что студенческое братство Вити Неомифи всегда остается крепким. Мощный заряд позитивной энергии на сцену отправили и болельщики, присутствующие в зале. Пройди свой путь, он ведь один, из него не свернуть. Пусть не знаешь зачем, ты не знаешь куда ты идешь. Приятно удивило публику и разнообразие представленных жанров. Кто-то из участников выходил на сцену в весьма экстравагантных образах, а кто-то, напротив, исполнял классику на гитаре. Впрочем, особенно удачные номера зрительный зал встречал не как это принято овациями, а наоборот, затихал, чтобы сполна насладиться творчеством участников. Мероприятие, я считаю, что оно положительно влияет на нас, помогает раскрыться, новые какие-то способности, знакомства со всеми. Ну, мне очень понравилось, масса впечатлений. Мы очень рады, что нас поддержали, были группы поддержек, ну, очень бурно зал реагировал, мы довольны. Фэр-шоу я занимаюсь уже как бы 2 года, и как бы это мое хобби. Поэтому я решил его выбрать в дебюте первокурсника. Другие участники мне тоже понравились, особенно танцы и некоторые песни.